Mistakes are gonna make him. Science is gonna take him. Walls try to break him down. Выгляжу успешной женщиной. Похоже на то, что у меня все хорошо. Скорее на австралопитека. Что? Не пытайся быть милой. Я еще не завтракал. Я не пытаюсь изображать милашку. Я и так милашка. Прекрати. Я сказал, прекращай. Хватит! Как ты можешь душить девушку? Вы, наверное, доктор. Что? И волосы у вас густые. А ты его знаешь, что ли? Могла бы представить? Зачем? Он не твой парень, верно? Нет, нет, ни за что. Так вы друзья. Просто друзья. Я Чан Суктон, мальчик. Ага. Эй, можешь погладить меня по голове? Чё сказал? Погладь меня по волосам. Не хочу я к тебе прикасаться. Ты хоть голову моешь? Когда разбогатеешь, сделаешь меня богатой дамой? Вот поэтому я и не разбогатею. Не сжимай так кулак. Я не сжимаю. Знаешь, надо было еще в школе записать, кем мы хотим стать. Не иметь мечты гораздо проще. Если у тебя есть мечта, ты кажешься себе жалким. Слушай, у тебя такие крошечные ноздри. Прекрати сейчас же. Я тебя предупреждаю, не смей ко мне прикасаться. Что? Ты же ни о чем не думаешь, придурок. Так и не вышел из подросткового возраста. Поэтому я могу сделать так. Или так. И ты ничего не почувствуешь. А вот меня от этого тошнит. Не пересекай черту. Зачем туда брызгаешь? Эй, ты, напугал меня. Чего ты орешь? Дура. Чтоб была дома в 7 вечера. Опоздаешь, твоему отцу доложу. Надушилась и отправилась на свидание, и до сих пор не вернулась. Что на тебя нашло? Чего ты взбеленился? Не поеду я с вами. Я только что купил новую машину. Она очень крутая. Знаете какую? Просто садитесь в мою машину. Классика — лучший выбор. Сумасшедшая ведьма! Куда собралась? Я бы не стала спать с тобой за 20 миллиардов. Ты даже не можешь заполучить девушку в свою постель, не заплатив ей. Бегите, залезайте в свои машины и блокируйте двери. Звоните копам. Эй, что ты такое вообще? Он просто ударил меня в руку. Ударил меня по лицу. Он врезал меня. Почему ты ее ударил? Это твоя задница? Это моя талия. Пожалуйста, хватит зависать с плохими парнями. Хватит сводить меня с ума. Ну, правда. Здравствуйте. Вы друзья Тонмана? Эра! Эра! Эра!
Думаешь, вернешься после того, как бросила, и он примет тебя с распростертыми объятиями? Да, так и сделает. Знаешь, я бью девчонок. Конечно. Этот лузер и ведьма просто созданы друг для друга. Теперь они оба мне безразличны. Черт. Почему ты появился именно сейчас? Я ушел с работы. Буду заниматься боевыми искусствами. Что? Ты серьезно? Кто он? Он мой друг. Здорово, Мупин. А ты что делаешь возле нашего дома? Да что ж такое? Раньше она была похожа на Чубакку. Ко-тон-ман! Я победил. Неужели тебе правда это нужно? Знаешь, ты красивая даже когда плачешь. Зачем вы так со мной? Она мне врезала, пока я спал. Даже если мы окажемся на необитаемом острове, она мне будет просто товарищем. Нет, я буду считать ее аборигенкой или обезьянкой. А что не так с моей Эра? Почему ты обозвал ее обезьянкой? Ты бы правда так себя чувствовал, окажись мы на необитаемом острове. Вчера тебя спас алкоголь. Понимаешь? Ты что, хочешь попасть со мной на необитаемый остров? Тебе с ней удобно, но она тебе не нравится. Если у вас за 20 лет ничего не произошло, то и сейчас не произойдет. Я не отдам тебя ей. Что ты делаешь? Если за 20 лет любовь не пришла, то уже не придет. Мы уже поцеловались. И я не умею ухаживать. Давай встречаться. Тонман, у тебя есть спиртное? Быстрее, 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 быстрее! Почему люди вламываются, когда я сплю с тобой? Ира, ты дома? Что случилось? Ты меня напугал. Я до смерти тебя люблю. Как сумасшедший, как ребенок. Я тоже тебя люблю. Глупый балбес. Like a star gonna stomp on you, walk out on you, yeah I do too. You're
Я безумно тебя люблю. Я люблю тебя, Эра!